Шымкент. Жара нереальная. Градусов где-то 35, 32-35. И что самое интересное, что местные жители утверждают, что это не самая жаркая температура. Это еще весна. То есть это самое жаркое лето в Караганде, но для них это весна. Где твой дом и где все твои близкие? Где их улыбки? А где здесь дети? Тебя не волнует, ты просто считаешь чужие. Короче, сломал Расулу ручку от машины. Но он мне простил. Кто тебе это сказал? В общем, ущерб от моего приезда Расулу. Первое, что я вообще приехал, да? Я сжег ему дома тряпку на кухне, сломал ручку в машине. Что еще тебе сделал? Что это было? Удлинитель сжег. А, да, удлинитель сжег. Изи катка. Зато я вкусно готовлю кушать. Если бы я был бы жителем этого города, как объясняют мне все жители этого города, да, плюс 45, плюс 50, я бы ходил сюда, наверное, каждый божий день. Порезал ножку. Вавка. У меня вавка росла. Бобо на пальчике. До свадьбы доживет? Конечно. Попробуй не пригласить. Ребята провожают. Очень крутой город. Все приезжайте в Шымкент, каждый казахстанец и не только должен побывать в Шымкенте. Давай, бро. Молодцы.